Всем здравствуйте! Сегодня стало известно, что в состоянии здоровья Марины Хлебниковой, попавшей в реанимацию после возгорания в квартире певицы, наблюдается плохая динамика. Сообщается, что у пациентки началось заражение пораженных тканей лица. Как сообщалось ранее, у артистки оказались обожжены голова и лицо, а также дыхательные пути. Также медики диагностировали ожог глаз. У 56-летней Марины Хлебниковой обнаружены серьезные проблемы со зрением. Сейчас певице показаны антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции от пораженных участков кожи. Состояние остается стабильно тяжелым. Хлебниковой не пускают родных и близких, в том числе для исключения риска привнесения новой инфекции. Также врачи пытаются уберечь пострадавшую от стресса. Отметим, что сейчас Марина дышит самостоятельно. Медики надеются, что звезда сможет восстановиться, но это будет очень длительный период. Обязательно нужна будет пластика лица и пересадка кожи. Напомним, что о произошедшем в квартире Марины Хлебниковой стало известно поздно вечером 18 ноября. Пожарная и полиция, прибывшие на место, сумели оперативно проникнуть в комнату Марины Арнольдовны и обнаружили ее на полу в бессознательном состоянии. На одеяле вытащили ее на улицу, где тут же оказали первую помощь. После этого Хлебникову госпитализировали в ожоговое отделение НИИ имени Склифосовского. Надеемся, что в скором времени Марина Арнольдовна пойдет на поправку. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!